Это тест видеокамеры HTC One Full HD. В настройках снята галочка «Блокировать автофокус». То есть сейчас, на данный момент, смартфон сам управляет автофокусом. Если сравнивать эти вещи с Galaxy S4, то здесь автофокус гораздо быстрее перефокусировку осуществляет. Но мне не нравится его реализация, то что он ерзает туда-сюда, прежде чем занять нужное положение. У Galaxy S4 автофокус работает очень медленно, но при этом он очень плавный и не ерзает туда-сюда, то есть автофокус доходит до нужного момента и стабилизируется. Вот это мне понравилось больше. Попробую пройтись. Стоит отметить широкий угол видео, то есть камера охватывает большую картинку, что хорошо. Проверим автофокусировку. Да, вот вы видите, она автоматически перефокусировалась и точно так же автоматически перефокусируется обратно. Мне же нравится больше снимать видео с блокированным автофокусом, то есть когда я показываю ему, куда осуществлять автофокусировку. Вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание.